Скоро начнутся детские лагерные смены, а пока оздоровительные центры посещают взрослые, те, кто отвечает за безопасность детей. Пришли посмотреть готовность вашу. 1 июня. Готовимся. Скажите, пожалуйста. Именно с таких слов начиналась сегодня проверка в каждом из 4 лагерей Чувашии. Приемка детского лагеря для его сотрудников сродни сдаче экзамена. Комиссия тщательно проверяет пищеблоки, душевые, спортивные площадки, медицинские кабинеты. Заранее вы не предупредили. Мы даже не знали, что вы приедете. Это у нас кабинет электролечения, где получают дети лечение. К нам вообще поступают дети с кардиологическим профилем, кардиореуматологическое отделение у нас, пульмонологическое отделение. В этот заезд у нас должно поступить около 300 детей. И если в лесной сказке не выявили практически никаких нарушений, то в лагере «Салют» замечания появились – газонам и лужайкам. Ну, вот траву косим сейчас, потому что погода была сырая, видели, да, что это, не было возможности на улице работать. В принципе, в корпусах мы все закончили. Пищеблок закончили. В принципе, готовы. Осталось покрасить въездные ворота, заборы, лавочки. Комиссия рекомендовала быстрее закончить эту работу, так как дети должны дышать исключительно свежим воздухом, а не краской. Что касается безопасности, то с этим в «Салюте» строго. За отдыхающими будут присматривать не только вожатые, но и 24 камеры видеонаблюдения. Лагерь «Березка» в этом году открывает свой 55-й сезон. Возраст солидный, поэтому хочется обойтись без замечаний. Ремонт практически завершен, все работы идут просто, ну, домывают, расставляют мебель, так что я считаю, проверка была вчера, Роспотребнадзор, МЧС, пожарники, лагерь готов. В этом году на подготовку лагеря «Березка» к новому летнему сезону выделили 2,5 миллиона рублей. На эти деньги, в числе прочего, построили 2 новые площадки для малышей и баскетбольную для ребят постарше. На днях всю территорию обработали от комаров и других вредителей. Вердикт проверяющих: «Березка», «Салют» и «Лесная сказка» к проведению смен готовы. Галина Титарчук, Александр Петров, Республика.